Всем привет! Не знаю, сколько на улице градусов, стекла замерзли. Старт. Ребята, завелись. Температура на улице, бортовик у нас показывает минус 22 градуса. И смотрите, что я делаю. Сейчас, секундочку, я включу сейчас свет. Я включаю сразу обдув лобового стекла. Объясню сейчас, почему я сразу это делаю, потому что как бы холодно, да, зачем включать холодный воздух сразу на стекло. Я так делаю уже давным-давно. Почему? По одной простой причине. У меня однажды на Опеле лопнуло лобовое стекло такой вот полоской в районе дворников. Произошло это вот так же. Вот я сел в автомобиль, на улице было холодно, но, по-моему, даже еще холоднее было, там около минус 30. В общем, я завел автомобиль, очень долго его прогревал, пока очищал от снега, но печку я при этом не включал. Я так думаю, что все это произошло, то есть стекло лопнуло в тот момент, когда я включил обдув уже на прогретом двигателе. То есть я включил, да, подал теплый воздух на лобовое стекло. Видимо, разница температур сыграла как раз свою роль, и стекло треснуло. Я так думаю, и точнее, я даже, наверное, в этом уверен. Возможно, я не прав, напишите в комментариях. Возможно, оно треснуло по какой-то другой причине, но я почему-то уверен, что именно из-за того, что автомобиль был уже, так сказать, прогрет, то есть я включил обдув стекла и пошел сразу горячий воздух на холодное стекло. В общем, и привело к такому результату. Так что, ребят, с этим поаккуратнее, если, например, есть какие-то трещины или сколы на лобовом стекле. Вот как, например, вот здесь вот у меня есть вот такой вот скол. И сейчас вот я включаю обдув сразу. Пусть оно лучше прогревается, так сказать, равномерно и без всяких проблем. В общем, вот такое вот коротенькое видео, ребят. Если вам оно было полезным, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения, всем добра. Всем пока.